Сегодня в Ордынском районе засадили 5 гектар саженцами. А как проверяют их на хорошую посадку и какой рекорд поставили новосибирские волонтеры, расскажет Алексей Бородин. Борозды до горизонта, ветер, холод и десятки человек с лопатами, объединенные одной целью – посадить каждый из 20 тысяч саженцев хвойных деревьев. Местом для посадки нового соснового бора выбрали участок около села Спирина. Недавно там прошла акция «Семейный лес». Теперь второй заход уже по нацпроекту «Экология». Природа сама себя не очищает так, как хотелось бы. Потому что дисбаланс происходит от того, как мы к ней относимся, и от того, как она себя защитит. Вот это самое главное, найти ту золотую середину, чтобы мы могли бережно относиться не только к тому месту, где мы находимся, а вообще к природе, к России. Это внутри должно быть. Бывалые лесные садоводы уже знают, эффективнее работать в парах. Пока один копает, второй садит. Но не только для экономии времени участники делятся на двойки. Тут срабатывает принцип поговорки «одна голова хорошо, а две лучше». Вдруг где-то лунка недостаточно глубокая или сосна неплотно села. Сделать плохо – хуже, чем не сделать вовсе, говорят волонтеры. Пробуешь вытащить, не вылазит, значит идеально. Весной обязательно приживется. По такой же технологии свои посевы сегодня проверяет и Сергей. Говорит, в акции участвует не первый раз. Помимо высадки сосны, поставил себе цель побить свой прошлый рекорд. Я вообще из спортивной сферы, для меня соревновательность – это главное. Я когда сюда подошел, говорю, вот бы здесь устроить соревнование по посадке. Но я думаю, это не то место. Здесь все-таки должна быть дружба. И не надо никуда бежать, надо делать аккуратно, с любовью, с настроением, чтобы все деревца потом зашли и получился здесь красивый лес. По словам организаторов, помимо высадки, за саженцами будут следить, пока они не окрепнут, удобрять и поливать. Сегодня новосибирские волонтеры посадили 35-миллионный саженец проекта. Ну а когда трудовой день закончился и уже не так холодно, вдруг стало голодно. Организаторы позаботились и об этом. И для каждого, кто высадил хотя бы один саженец, предназначена миска каши. Алексей Бородин, Евгений Павлов, новости ОТС.